В выставочном зале Дома культуры состоялась презентация картин. Автором выступил художник из подмосковного Ногинска Владимир Айнцев, член Союза художников России и председатель Ногинского отделения Подмосковья. Его работа выполнена в цветной графике. Творец привез в Электрогорск не только картины. В основном на стенах представлены изделия из дерева в интерьере. Главное в его работах – это красота и практичность. Автор в изготовлении использует камни, металл, природный материал и многое другое. Как раз на этих вот двух стенах видно, как раз как дерево применяется конкретно к интерьеру. На Пятницкой у хозяйки, мы сделали 4 разных объекта. Художник приехал в Электрогорск не один, а со своей женой. Лариса Айнцева, член Союза художников Подмосковья, является в свою очередь дизайнером. Свои работы она также привезла на выставку. Эти изысканные и прекрасные работы будут располагаться в выставочном зале Дома культуры до 1 февраля. Любой желающий может посетить ее совершенно бесплатно.